Мне уже лучше. Отправишься!
будут. Огонь не срывается с рук. Поцелуй жжет и грешных, и праведных. Я не пойду! Элизабет, стой! Тогда нечего за мной ходить, мистер Дэвид. Элизабет, я уже договорился. Нам вернут дирижабль. Ты сможешь нас отсюда вытащить? Да. Мне только нужно снабдить оружием целое восстание. И как это сделать? С помощью наших многочисленных друзей? С помощью оружейника из Финтона. Дело плевое. Так что, по рукам? Ты обманщик, мистер Дэвид. И бандит. Но без тебя я не смогу попасть в Париж. Рабочие, только не думай, что я буду с тобой вечно говорить. Своим местом в жизни. Мы вместе только пока но ты мне нужен. Зачем же себя мучить? Корова не станет львом. Да и к чему ей это? Кому нужна ответственность, заботы и тревоги? Вы работаете, едите, спите. Святая простота. Человек, работай как следует, и он тебя наградит.
вот и твой оружейник. Кто тебя к нему отправил? Дейзи Фицрой. Одни считают ее героиней, другие – опасной преступницей. Лично мне наплевать, кто она, лишь бы дирижабль отдала. Они посмеются над вами и оставят вас в дураках. Элизабет. Все. Смотри, тут есть служебный лифт. Думаю, можно спуститься на нем. И подставиться под пули. Покажись! Ибо сказал пророк, я отомщу. Я что-нибудь найду. Я действую. Букер, лови! Отлично! Топай отсюда. Отлично! Я знаю, что ты сделал! Ничего нет! Соли, лови! Забирай! Есть! Лови патроны! Букер, лови! Спасибо! Чудно. Топай отсюда.
Букер, смотри, там отмычка. Оружейник Чейн Ли. Элизабет. Разыскивается за связи с Дейзи Фицрой. Похоже, наш парень нарвался. Готово. Это очень плохо. Нет. Ты это зовешь оружием? Это не оружие. Нашла деньги. Вот, держи. Я слышу, о чем люди говорят. Почему, мистер Винг, мы должны работать по 16 часов в день? Ну, давайте на чистоту. Укоротить рабочий день, но не могу. Почему же, спросите вы? Отвечу одним словом. Нравственность. Видите ли, друзья мои, пустые руки тянутся к порогу. Отними у человека работу, и чем он заменит ее? Виски, женщинами, азартными играми. Я не допущу такого в нашем славном городе. Нет уж, увольте!